Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. Забираем свои награды, так, ежедневные. За Лигу Мастеров 3 и 2 звезды, то есть меня сбросили, да, судя по всему, на 2 звездочки. Так, зайдем в задание. Здесь тоже заберем. Так, открыть колоду. Открываем. И тут нам ничего не выпадает. Ладно, 5 долларов тоже, как говорится, лишними не будут. Так, ну что, пойдем сразимся в боях. Нам нужно прокачать нашего Ваньку. Мы на этом еще деле не остановились. Так, ну что, попробуем 4 комикса добыть. 4. Вот смотри, когда мне нужны комиксы, когда они мне действительно нужны, ты фиг их найдешь, фиг ты их получишь. Когда они мне даром не нужны, они все время нам выпадают. Но здесь, слава богу, вроде бы выпадают. Но опять начинается вот эта вот тыква, просто мутаген. Угу. Так, если не ошибаюсь, нам, по-моему, еще нужен один комикс. Да. И фиг ты его сейчас получишь. Нет, выдали, окей. Так, комикс мы получили. Здесь, ё-моё, 9 пленок с катушкой нам нужно. Точнее, катушка с пленкой. Так, это получается только вторая, третья, четвертая. Ладно, все, хорош, хорош. Потому что у нас уже все это задание выполнено. Переработка нам не нужна, да? Лишние траты. Так, и поднять уровень персонажа. Я так понимаю, что у нас не хватит, скорее всего, мутагена. А почему не хватит? 32 тысячи. Все отлично, ребята. Так, давай навыки и погнали. Все, бибопчик у нас получает 55 уровень. Шикарно. Тут остатки забираем. Ну что, друзья мои, погнали. Так, сегодня у нас, естественно, испытание. Усаги против техники, да, и техника сама. Давай, наверное, начнем. Нет, пойдем-ка лучше на арену все-таки. Так, Лига Мастеров, ранг 71, ребята. 15 откатов у меня всего лишь есть в запасе, в наличии. То есть, блин, топовое место, наверное, мы не возьмем сегодня. Хотя, подожди, почему не возьмем? У нас есть доллары 250. За 10 откатов, в принципе, все должно получиться. Но вот проблема в том, что мне придется тратить по 2 отката для того, чтобы моих бойцов, естественно, реанимировать. Потому что здесь уже 74 уровень, как ты видишь, идет. Ладно, бог с ними, надеюсь, справимся все-таки. 70-й ранг, да? На двухзвездочной лиге. То есть это получается где-то здесь 7 боев, ну и там не меньше 11. Умножаем все это дело теперь на 2. 40 откатов. Что-то как-то жирно получается. 40 откатов. Ну давай даже предположим, мы сейчас возьмем свой первый бой, не считается, потому что здесь мы откаты не тратили, да? Здесь мы их взяли уже естественным путем. Смотри, 71 становится 57. Да, боюсь, не хватит, друзья, боюсь, не хватит. Ну, если можно, конечно, еще вот так вот сэкономить. Армагон, например, Леонардо. Армагон, Леонардо. Здесь мы перейдем, даже если, допустим, на 35-38, плюс еще 3 поединка. Сложно тут подсчитать все это дело, потому что он может перепрыгнуть 10 ступенек, может 15, а может вообще 5. Бывало и такое, ребята. А помнишь, как-то было в некоторых сериях, что мы вообще с тобой не перепрыгнули, стояли на месте. Как это объяснить, не знаю. Так, давай посмотрим. 57-я становится 48-я. Ребята, я рассчитывал на 35-ю, 38-ю, а он, видишь, дал мне 48-ю. Так что здесь вот непредсказуемость, конечно, вообще зашкаливает. Тем более, как ты видишь, я отыгрываю всех своих персонажей, экономлю как только могу. Но что-то эта экономия меня подводит. Так, у нас, кстати, с тобой 78 монет. Мы можем с тобой взять ДНК сейчас купить на Донателло Космос. Подожди, какой Донателло Космос? Мы же Рафаэля с тобой прокачиваем. Донателло Космос у нас уже все давным-давно прокачанный. Так, ну что, давай звезданем валунчиком. И смотрим, у нас 48-я. Сейчас, ну, как минимум должна быть 38-я позиция. И я рассчитываю на 10 ступенек в перелете. Может быть, дадут чуть больше. Может быть. Но главное, чтобы не меньше.
Ребят, вот это вот как вот это называется? Извините меня, блин, я был на 48-й позиции, встал на 43-й. Это всего 5 ступенек пролетел. Ну вот об этом я тебе и говорю. Именно об этом я тебе говорил. Что, как это объяснить? С какого фига, блин? 5 ступенек, это даже при самом паршивом раскладе у меня такого бы не вышло, вы понимаешь? При самом паршивом раскладе. Даже если бы у меня погибли, блин, 2 персонажа, я бы все равно, ребята, пролетел бы, ну, 5 ступенек. А тут у меня все целенькие, мы прошли этот поединок вообще на изи, и меня на 5 ступенек. Ушлепки, вот это меня и раздражает. Я так и думал, что что-нибудь с какой-нибудь пакостью сделает. Я даже не сомневался, что без пакости не обойдется. Заведи с самого начала, а. Нутром чую. Как специально, как вот только ты хочешь попасть в топ как можно быстрее, тебе начинают козни вот всякие подстраивать. Хламоны несчастные. Ладно. Сейчас посмотрим, куда мы сейчас с тобой переместимся. Надеюсь, сейчас на 35-ю попадем. 36-я. Чё-то вообще как-то, ребят, еле-еле-еле мы двигаемся. Еле двигаемся. Ладно, я сразу же возьму тогда 250 баксов, потрачу на 10 откатов. Сразу зайдем тогда в магазин именно на предметы и возьмем. Так, кто тут? Рафик, да? Берем его тогда. Ну и все, и продолжаем. Взбесили просто. Просто взбесили меня вот этим вот своим действием. Так, 20 становится 19. Мало. Мало, друзья мои, у нас получается попыток. 19 на 3 это 6 попыток. Наверное, чуть-чуть нам не хватит. Чуть-чуть буквально. Слушай, а мы можем, знаешь, как с тобой сделать? Сейчас пару поединков сразиться. Например, взять одного Армагона и вместе с ним наших, ну там, например, 80-х уровней. В принципе, как вариант, может прокатить. Ну ты понял, да, о чем я? Сейчас глянем, куда мы там переместимся. 24-я позиция, окей. Так, ну что, возьмем вот эту вот команду. Смотри, я хочу взять Армагона, к примеру. Например, Майки. Возьмем сюда Зэка, Ваньку и Джастина. Ну, чтобы не тратить просто откаты. Будем с тобой тянуть до последнего. Так, делаем уклоняшку от Микеланджело. Дальше бросаем с тобой бомбочку. Замедляха абсолютно... А, нет. На одного не подействовало все-таки, да? Так, это усиление атаки делать. Плюс валун. Я думаю, что парочка, наверное, упадет после этого удара. Да, даже больше, чем парочка. И Ванька всех расстреливает. Вот так. И следующий поединок я тоже хочу сделать типа такого же. Взять, опять же, одного Армагона, потратить на это один откат. Но тут, видишь, тут Майки хорошо постарался. Он сходил первым и сделал сразу уклоняшку. То есть нам как бы ничего здесь не грозило. Давай, например, возьмем вот эту вот команду. Опять же, Армагон, Бакстер. Здесь возьмем Донателло, Рокзара и Криса Брэдфорда. Все-таки 80-й уровень, как ни крути. Тут, конечно, есть два противника для меня. Таких довольно сильных. Это Кирби. Ну, как сильных. Кирби меня бесит то, что он хиллер. И мы его не ушатали. И мы его не ушатали, ты прикинь. Добиваем. Так, дальше здесь Донателло. Тоже нам здесь не нужен. Так, Бибоп стреляет. Ну все, им крышка. Вот, ребята, с миру по нитке, как говорится, голому рубашка. Все-таки мы с тобой сэкономили уже два откатика. За счет того, что мы не брали, например, там Шреддера или Усаги. Тут один у нас Армагон справлялся. Но все-таки нам не дают перейти в Лигу Мастеров 3 звезды. Вот они вот тянут специально, как бы вот задерживают меня в этом плане. Хорошо. Тут уже как ни крути, ребят, придется брать по два отката, потому что, ну, 70-ники они не вырулят здесь.
как бы я тут ни старался, они не справятся. Их разомнут и стерут в порошок. Поэтому здесь уже придется брать, ну, фулл команду. Фулл команда, я имею в виду, из моих самых лучших топовых бойцов. То есть это Шреддер, Армагон, Усаги, Лео и тому подобное. Ну, чтобы 100% была победа, естественно, мы будем брать с тобой Армагона и Супер Шреддера. Пройдем сейчас арену. А после арены уже побежим с тобой, естественно, на события. Так, 92-я позиция. 15 откатов. Это 7 поединков. Буквально чуть-чуть, наверное, нам не хватит. Хотя, ты знаешь, они могут чудануть и бустануть нам. Вот они дают нам там 3, 4, 5 ступенек, да, перепрыгивать. А помнишь, был какой-то момент, там чуть ли не 25 ступенек мы перелетели сразу. Так что рано какие-то делать выводы. Это уже ближе, наверное, к последним поединкам, когда у нас будут уже откаты заканчиваться, и мы будем смотреть результат. Тогда да, можно какие-то уже определенные делать выводы. Сейчас нет. Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Посмотрим. С 94-й позиции куда мы перелетим? С 92-й даже. На 80-й. То есть в худшем варианте, ребята, прикидываем, что 8 боев нам нужно сделать. 8. Сразу глазки сюда перекидываем и смотрим, сколько у нас остается в запасе, да? 11 откатов. 11 откатов. Это получается, ребята, 6 поединков. 6 поединков. Смотрим, как у нас здесь пройдет дело. Но здесь мы завалим. Тут не в том смысл, чтобы, как говорится, убить. Тут главное не потерять своих и как можно быстрее продвигаться именно по лиге. Именно по ступенькам. Для этого нам нужны, конечно же, не 17-23 кубка, как они нам дают, а 17-24. Вот это прогресс будет. Смотри, 68-я. Слушай-ка, а мы сейчас вот в данный момент мы вписываемся. Вписываемся именно вот в эти рамки, чтобы попасть на первое место. Да, мы очень даже хорошо вписываемся. Так, я надеюсь, сами себя не сглазим, как говорится, да, и все у нас тут пройдет хорошо. Поехали. Так, естественно, сразу же Супер Шреддер действует, ну, следом Армагон. Тут уже, ребята, это уже меня не интересует. Как мы здесь будем драться, кем мы будем драться. Главное набрать фулл команду, желательно из слабеньких, чтобы они хотя бы немножко там прокачивались по экспе. Ну, а наша основная задача просто завалить их. Смотрим. 55-й, то есть 5 боев нужно, да? А у нас откатов всего лишь на 4 боя. Нам нужно чуть-чуть как-то вот где-то, как сказать, даже не поднажать, а где-то один откат сэкономить, всего один. И уже, ребята, будет топчик. И я, знаешь, что думаю? Если мы возьмем с тобой, например, Армагона вместе с Рафаэлем и к нему поставим 70-ников, как думаешь, не пробьют нас? Тут надо будет брать таких персонажей или команду, у которых нет дальнобойной атаки, чтобы нас просто-напросто не пробили ими. Или пускай дальнобойные атаки, но не массовые. То есть, вот как вот, например, у Армагона. Ну, Армагона здесь, кстати, я еще ни разу не встречал, чтобы против меня, например, выступал именно Армагон. Так, смотрим. Ну, вот здесь вот, конечно, да, 8 ступенек всего перепрыгнули. Это мало, ребята. Это мало. Так, ну вот здесь вот, например, можно, в принципе, взять эту команду. Рафаэль здесь выдержит, хотя кофемашина. Давай рискнем. Короче, смотрите, что я делаю. Я беру Армагона, я беру Рафаэля. Сюда же берем с тобой Железноголового и, наверное, вот так. Просто, ребята, хочу попробовать. Не уверен, конечно, что получится, но риск есть риск. И если мы выиграем, то это будет оправданный риск. Так, Кунай, ну-ка, попробуем. Отлично. Так, ну что, теперь, друзья мои, берем, естественно, провокацию на Рафаэля. Смотрим. Так, этот делает... Ой-ой-ой-ой, это же массовая? Нет.
Нет, ребята, это не массовая. Так, попробуем понизить атаку, а может быть, да, добили. Все, ребята, один откатик мы с тобой сэкономили. Потому что, ну, Армагон здесь выступал один. В соло, так сказать. Шесть откатов, три боя у нас, ребята, в запасе. Может быть, здесь? Да, вот здесь мы как раз их и взяли, ребята, на повороте. Как говорится, немножко сократили дистанцию. То есть, три поединка, 29 очков. Напряжно, но... Единственное, что, ребята, я хочу, чтобы они... По возможности сейчас не урезали мне кубки. Не урезали кубки и не урезали мне именно выигрыш по кубкам. Потому что, ну, 5 ступенек это никуда не годится. Мне сейчас нужно с 29 позиции при хорошем-то раскладе перейти хотя бы на 19 позицию. Это вообще было бы идеально для меня. Как раз остается там 2 поединка. По десяточке мы берем, и все, и мы с тобой на первом месте. Так, смотрим. С 29-й куда мы прилетаем? Мне нужно 19-е. Так, ладно, это еще терпимо, ребята. Это еще терпимо. То есть два поединка у нас остается, да? Не понимаю, почему они так жмотятся, а? Вот на всем этом деле. Специальный, что ли, алгоритм какой-то у них там стоит, чтобы вот так вот все делать против меня, блин. Ну, никак, не против меня, а против игроков. Ладно, давай посмотрим. Естественно, с 20-й позиции самый притык — это десятка, ребята. Если мы с вами десятку не берем, то, боюсь, и топчик мы сегодня не возьмем. Так что скрестим пальчики и будем смотреть, получится у нас этот фокус или же нет. Смотрим. Ну, отлично, друзья мои. Но опять же тебе скажу, последний поединок, ну то и последний, что он может просто тебе все испортить. Просто все похерить, то, что ты тут старался, набивал. Будем надеяться, этого не произойдет. Так. Если мы здесь победим, и все будет хорошо, у нас прям вот тютелька в тютельку должен зайти, ребята, топчик. Обидно будет, если там займем второе место. Так, смотрим. Смотрим за итогами. Знаешь, это как брокерские эти конторы на ставках, ё-моё. Давай. Мне не терпится уже просто глянуть. Так, ну-ка. Давай. Есть, друзья мои. Вот так вот. Все до миллиметра. Все рассчитано до миллиметра было. Вот так вот. Ну что, друзья мои, а мы с вами переходим на испытание, вот сюда вот, в платиновое. Да, бойцов, конечно, они мне дали, ребята, не самых лучших. Соответственно, мы здесь далеко с тобой не уйдем. Погнали. Так, этого хламона вырубим. Тут еще и маузеры противны со своими криками, да? Крики на что у них тут? Да на все. Наверное, на хил, на дебаф. Какие там у них еще есть способности? Че это ты? Да ладно, вы не можете пробить этого маузера несчастного. Так, здесь уже их четверо. Ну, дебафчик повесим на них. Так, плюс волна. Хорош. У нас здесь босс-мусорчик. Ё-моё, я его тысячу лет уже не видел. Давай, вылази отсюда. Мухобойка. Так, ну что, тут... Давай сделаем с таким вот. Пау. Дальше, наверное, ракеточки ему, да? И вот это вот. Да ладно. Подожди, я же тебя заблокировал. А, это, наверное, видимо, просто обычный удар у него, да, получается? Ну, как бы так. Что, друзья мои, первый наш поединок здесь прошел довольно хорошо, а вот насчет второго я уже как-то сомневаюсь. Так, смотрим, снаряжение, техника. Второй, что нам тут сулит? Нам тут сулит большие неприятности, ребята. Потому что 80 уровня противники. Знакомые кланфутовцы. Помнишь, да, в силе порталов? Они только появились у нас. Вот эти вот кланфутовцы. Они довольно там мощные. Блин, вот это мне не нравится. Мне не нравится то, что здесь у нас нет хила. Да-да, ребята, у нас хила здесь нету.
Если там у нас хотя бы был Супер Шреддер, который может захилять, то здесь уж извините. И вот это вот большая беда, огромная. Так, ну что, тут вторая... Давай-ка, наверное, мы Маузер с тобой завалим. Это вторая волна, но на третьей волне, как мы знаем, будет сам босс, поэтому... Ах ты, надо было, знаешь, что сделать? Надо было все-таки поставить защиту с помощью Донателло. Что-то я лопухнулся в этом деле. Мы бы сейчас сюда уже пришли бы под защитой, хоть какой-то. Давай возьмем провокацию, наверное. Плюс заблокировать получится? Нет, не получилось. Так, кританем. О, постепенный урон. Плюс ракета. Так, ну тут просто удар. А, еще и меткость ему понизили. Он вообще весь на дебафах, ребят. У, тигр, держись, родной. Все. Здесь прошли. Ребят, ну, следующий этап проходить нет смысла, потому что там будут 90 уровня противники. Ну, хочу я этого или нет, у меня не получится здесь их забомбить в любом случае. Потому что команда моя, ну, очень сильно отстает. Видишь, да? То есть 80-е, а здесь 90-е. Нет, не пройдем. Но, тем не менее, два этапа, два эпизода мы с тобой пробежали. Так, что у нас на Усаге? Есть ли как смысл проходить, ребята? Потому что тут фарм. Фарм кого? Ладно, давай проверим. Да вы серьезно, что ли? Вы ту же самую мне команду сюда подсунули. Блин. Но, друзья мои, здесь мы далеко не уйдем. Здесь мы далеко с вами не уйдем тоже в этом испытании. Мы тут обычно даже, когда у нас топовые-то персонажи, там, например, Рафаэль или там Микеланджело или Леонардо, не всегда получается пройти на 3 звезды. А тут, извини меня, дали 90-х, 70-х. Красавчики. Да тут, наверное, нет смысла фармить, потому что я ничего там, ребята, хорошего для себя не вижу, по крайней мере. Нам, наверное, проще было бы с тобой... Иди ты... Махнулся, да? Нам было бы проще, наверное, с тобой пофармить те прошлые эпизоды, которые мы прошли. Там, по крайней мере, Кунаичи, Эйприл можно было бы... Точнее, Кунаичи и Шинигами. Я все время эту Эйприл с Кунаичи. Ну, одно и то же, ребят. Только там она уже как бы... Кто она там становится? Эйприл Ниндзя, да? Ну вот здесь вот тратим 7 сыра. Ну, ребят, опять же тут фармить можно было бы только Донателло Космос. Но, извини меня, ты видел какой шанс? Сколько там дают противников? Естественно, там без вариантов. Вонючие грибы начинают тут бомбить, а? Так, ну что, Зэк, ты готов бросить свою бомбежку? Давай, закидывай. Отлично, так, и волна. Теперь надо Бакстера Усаги наказывать. Пробьешь? Куда ты там, пробивальщик? Постепенный урон от Бакстера Стопмана его только уничтожил, и все. Сам железноголовый, на самом деле, ребята, если брать по физ-атаке, слабый. У него только вот ракеты сильные. А так... Вообще ни о чем. Друзья мои, вот я и увидел, где можно фармить кроликов, Роквелла и Рокстеди. Вот где, на испытании Усаги, оказывается. А я думал, что кроликов вообще нигде нельзя фармить. Я ошибался, получается. Так, слушай, ребят, может хорош, а? Три раза они бомбят по мне, посмотри. Так, этот что он сделает? Этот баф вешает, причем на всех, да? Ну, естественно, естественно. Так, ну-ка. Ага. Ну что, попробуем бомбануть его. На! Получил бомбочкой в лицо. Так, ну что, дальше, друзья мои, ну нет смысла продолжать. Дальше нет смысла продолжать, потому что... Да и фармить-то там некого. Вот, я считаю, где надо остановиться нам. Поехали. Два кролика. Так, а будьте добры мне еще вот Роквелла дать. Есть.
Вот, друзья мои, вот тогда нормуль. Тогда не зря мы с вами здесь немножко подрались. Рокула, 2 ДНК, и, извини меня, на кроликов получили тоже 2 ДНК. Вот это круто. Все, теперь я, можно так сказать, спокоен. То есть мы с тобой заняли сегодня топовое место. Неплохо, так сказать, нафармили 4 ДНК на нужных нам персонажей. Это я прошел, ребята, можете не волноваться. Это все я забрал уже за кадром, до того, как начал играть. На турнирочке у нас все великолепно. Да, можно, как говорится, уже и закругляться. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.